Подготовку и обеспечение безопасности на предстоящих майских праздниках в Биробиджане обсудили в ходе очередного заседания антитеррористической комиссии в мэрии областного центра. Учитывая готовящиеся многочисленные массовые мероприятия, особое внимание уделено охране общественного порядка. Силы и средства экстренных служб города переводятся в режим повышенной готовности. В период праздников на улицах Биробиджана будут нести дежурство более 400 сотрудников полиции. Личный состав ориентирован на повышение бдительности и незамедлительное реагирование на поступающие сообщения и сигналы, связанные с возможными террористическими и экстремистскими проявлениями. Особое внимание обращено на выявление взрывоопасных предметов, подозрительного автотранспорта, специальной техники, расположенных в непосредственных близостях от мест проведения. В местах и учреждениях проведения праздничных мероприятий необходимо проверить автоматические системы оповещения, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, провести дополнительный инструктаж с сотрудниками. Особое внимание требуется обратить на эвакуационные выходы. Напоминаю, что в период проведения праздничных мероприятий эвакуационные выхода должны быть открыты, либо закрыты на легко сбрасываемые засовы. Также, если на путях эвакуации находятся ковровые покрытия, они должны быть надежно закреплены к полу. Профилактика проявления терроризма и экстремизма ведется на территории Еврейской автономной области на постоянной основе. Особое внимание уделяется подрастающему поколению. В образовательных учреждениях с детьми работают представители всех заинтересованных ведомств, рассказывая об опасности и ответственности за противоправные действия. Андрей Кирюшин, Кирилл Богаченко, Новости 21.